Сегодня актуальный вопрос у наших гостей, куда мне смотреть. Это нормально. Знаете, вот преимущество прямого эфира. Та-дам! Рядом со мной сидит Виктория. Добрый вечер, да. И Александр Жиделев сегодня к нам пришел, музыкант. Работает в русском театре, пишет саундтреки к спектаклям. И даже мы прознали, что для крутого российского сериала, в котором будет сниматься один крутой эстонский актер, в главной роли... Не выдавай всех секретов. Не знаю. Да не переживай, Кирилл Кяра приходил ко мне на Sky Radio в передачу. И этот секрет уже выдал, да? Да, это уже выдал, он уже про сериал рассказал, все нормально. Как тебе вдруг повезло вот так вот раз и музыку для российского сериала писать? Да я как-то не отслеживаю, оно как-то все со всех сторон приходит, я только... принимаю и возвращаю. Ну, слушай, вот ко мне не приходят, например, понимаешь, а к тебе приходят. Не сказал бы, мы здесь находимся уже, так что все в порядке. Нет, на самом деле, Кирилл, ну, там длинная история, я бы не хотел об этом раньше времени говорить, на самом деле. Ну, хорошо, секретный Александр у нас сегодня. На тему таллинской музыкальной недели можно поговорить? Да. Это не секрет? Нет, ты очень активно и продуктивно, насколько я знаю, работаешь, обрастая какими-то новыми музыкальными проектами еще по ходу этого дела. В одной группе играешь, в другой группе играешь. Как тебе так удается вот людей собирать вокруг себя еще и там музыку играть, и тут музыку играть? Ну, потому что эти люди, они очень интересные, мне с ними просто хочется играть. И я помню, когда-то мне мой учитель сказал, что самое лучшее — это когда ты играешь с теми, кто играет лучше тебя, и ты все время растешь. И я, в принципе, до какого-то момента дошел, когда все музыканты в моей банде, я всегда это говорю, они играют лучше меня. Какой тонкий комплимент, ты посмотри, умеете, называется. Создавать музыку для театральных постановок, для кино, это всегда некоторая зависимость от конкретного сценария. То есть тебе приходится, в общем, свою музыку подбирать, подстраивать под то, что уже написано чужой рукой. Это сложно или это рамки жанра? Я бы не сказал, написано чужой рукой. Самое лучшее — это работа в команде. Когда хороший, интересный режиссер, мы с ним становимся... практически друзьями, и тогда это как играть с музыкантом, просто он режиссер, мы играем с ним в эту игру, в театр, в кино. И, конечно, когда хочется написать что-то свое, то я собираю команду, мы играем, как сегодня будет, в принципе, да. То есть, конечно, есть эти рамки, что вот там нужно, во-первых, хронометраж сохранить, нужно какой-то выразительный момент подчеркнуть, нужно выполнить там настроение, это все есть, конечно, но очень интересно, когда, например, есть режиссеры, которым очень сложно объяснить, что они хотят, а есть такие, которые, наоборот, там двухминутную композицию расписывают на 2-4, и потом остается только это практически в ноты переносить. А что сегодня? Я знаю, у тебя один музыкант с одного проекта, другой музыкант с другого проекта, и музыку ты написал вообще сегодня к мероприятию нашему. Ну да, мы вот сегодня сыграем, это абсолютно, вот буквально вчера мы решили, что вот сыграем вот то, что сыграем. То есть это то, что касается сегодня вечера в прямом эфире? Да, да, да. Специально для сегодняшнего вечера мы сочинили композицию. И я буду играть с Хейко Ремель, прекрасный басист. Он только что из театра Эстонии прибежал, там выступал. Вот. И диджей Бендит, это мой старый друг Алексей, который мы с ним вместе уже лет 15 сотворчествуем. Очень интересный музыкант. Ну, тогда удачи, хочется пожелать. Спасибо. Интересных музыкальных проектов. С удовольствием послушаем. Да, будем слушать. Ну, а это была наша встреча с Александром Жиделем, который сейчас продолжится музыкальным выступлением с упомянутыми музыкантами и его друзьями. Мы же хотим пожелать вам всего хорошего. Поучаствуйте в акции «Минуты Эстонии», вот это вот самая фотоакция, которая будет в воскресенье в час дня. Фотографируйте, загружайтесь, слушайте музыку хорошую. Ну и, конечно, не забывайте о том, что в следующий четверг мы снова с вами. Мы снова в прямом эфире. Только со самыми интересными новостями.
Thank you.